Mes prieš tai kažkiek apie ce este vorba, da? Propunerea este de a discuta asupra proiectul de lege care prevede interzicerea instalării selilor de centrul de bacalaureat cu camere video și cu alte aparataje tehnice cu care sunt indignați atât părinții, atât și colectivii de pedagogi, atât și sigur că și tinerii. Noi propunem ca guvernul să nu abuzeze, sau factorii guvernamentali să nu abuzeze de atribuțiile sale, prin legea învățământului, să interzicem orice fel de aparataj tehnic suplimentar, gen scanere, gen camere video, instalarea acestora în sălile unde se petrec examenele de bac. Eu vreau să supun votului, dacă va fi inclusă această chestiune, atunci s-o dezbate. Dacă nu, atunci cu asta și eu să... Cine este pentru? Cine susține includerea acestui proiect în ordinea de zi? 217. Votul dumneavoastră. Împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc că nu am cumpărat votul necesar. Вчера партия коммунистов зарегистрировала законодательную инициативу, которая основана на огромном количестве заявлений, требований со стороны педагогов, родителей и учеников о недопустимости того террора, который собирается устроить во время сдачи бакалавра в этом году Министерство образования. На основании этих запросов мы и хотим изменить в самое ближайшее время закон об образовании с тем, чтобы Министерство образования ни в этом году, ни в последующих годах не имело права устанавливать эти все устрашающие устройства вроде специальных сканеров, вроде видеокамер, вроде различных аппаратов по глушению телефонных сигналов и так далее, и так далее. Мы уже знаем, к чему могут приводить такие устрашающие методы, как, например, случаи, которые имели место в прошлом году, когда на сдачах по экзаменах по бакалавру присутствовали представители Центра по борьбе с коррупцией, как ряду учеников даже как бы были отправлены в больницу из-за подобного рода вмешательств. Но мы наших коллег проинформировали по парламентской комиссии по образованию еще вчера о нашей инициативе. Мы их попросили о том, чтобы сегодня в проект обсуждения, сегодня на нашей комиссии мы обсудили и этот законопроект. Мы выслали этот законопроект для ознакомления, однако сегодня, как мы все были свидетелями, к сожалению, ни либерал-демократическая партия, ни демократическая, ни либеральная партия не поддержали обсуждение этого законопроекта сегодня на профильной парламентской комиссии, хотя мы пытались сказать, что 4 июня не за горами, на следующей неделе, именно 4 июня, будет первый экзамен по бакалавру. На этом мы не остановимся. На заседании бюро, постоянного бюро парламента наши коллеги будут предлагать этот вопрос в обсуждение парламента, и, соответственно, завтра, в четверг, мы будем, наша фракция, партия коммунистов, будет настаивать о том, чтобы мы в срочном порядке обсудили эту инициативу, для того, чтобы избавили наших учеников, лицеистов от лишних волнений, для того, чтобы кабинеты по сдаче экзаменов бакалавра представляли собой место для творческой инициативы и идеи, а не для того, чтобы они превращались в тюремные камеры.